Третий отдел полиции Белгорода отмечает 20-летний юбилей. Дате посвятили торжественную церемонию открытия памятной доски реконструкторам здания отдела. Со словами поздравления к стражам порядка обратились почетные гости. Мэр Белгорода Константин Полежаев, начальник городского ОМВД Евгений Гаенко и те, кто стоял у истоков развития тогда еще милицейской структуры. Подробнее в сюжете Дианы Калединовой. 1995 год. Это время запомнилось стражам порядка сложностью оперативной обстановки. На тот момент местное управление внутренних дел возглавлял Владимир Капица. Обстановка в городе складывалась очень напряженно. Почему? Потому что в то время преступность и организованная преступность тогда как раз родилась. Личный состав не успевал обрабатывать те вызовы, которые поступали в дежурные части. Руководство города и УВД решают реорганизовать милицейскую структуру. Так появилось 5 территориальных отделов. Третий был размещен в здании, которое на тот момент занимала швейная фабрика. Спустя 20 лет на входе открыли памятную доску реконструкторам. Отметим, что реорганизация городского УВД в 90-е шла при активном участии Георгия Голикова, который на тот момент занимал пост главы администрации Белгорода, и Ивана Кулабухова, тогда начальника управления по ремонту, строительству и реконструкции жилищного фонда города. На торжественной церемонии мэр города Константин Полежаев обратился к стражам порядка со словами поздравления и благодарности. Вам доверено охранять правопорядок в одном из исторически значимых районов города. Я вам хочу сказать, что я сам родился в этом районе и знаю, насколько ваша служба, ваше личное время, ваша ответственность важна для всего населения, для всех жителей. Защищать и охранять правопорядок в городе – это наша одна общая единая задача. Я хочу пожелать вам мира, добра, тепла. Затем с напутственными словами к нынешним сотрудникам третьего отдела полиции обратился начальник городского УМВД Евгений Гаенко. 20 лет – дата вроде бы не очень большая, но за каждым годом колоссальный труд. Труд тех, кто ковал традиции третьего отдела. И в ваших руках, в ваших умах, в ваших делах какая будет история отдела полиции? На сегодняшний день в третьем отделе полиции служат больше полусотни правоохранителей. Благодаря их профессионализму год от года растет уровень доверия горожан к стражам порядка. Так участковый уполномоченный Федор Стояненко признан победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый 2015». За него проголосовало порядка тысячи белгородцев. Руководит третьим отделом Виталий Миронюк. Мы постараемся, конечно же, быть достойными правопреемниками тех славных и добрых традиций, которые были заложены в отделе. И сегодняшний коллектив – это коллектив настоящих профессионалов, людей, неравнодушных к своему делу, которые с честью исполняют свой долг по защите граждан. С начала года сотрудниками этого отдела полиции было зарегистрировано 580 преступлений. Больше половины из них раскрыто. Диана Калединова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.